Ну, отобедали уже. Вчера. Ложка, сестры, давайте помолимся. Хлебушек сюда. Благодарим тебя, ты Боже наш, яко насытилась вся земля твоим благ, не лишь нас и небесного твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришел и си спаси мир, да я и приди к нам и спаси нас. Спаси, Господи, помилуй, раб, спасающих, питающих нас. Спаси и помилуй всех страждущих, болящих, в темнице сидящих, нищих, сирот, вдов, священства, иноческих чин, притч церковной, вся православная христиане, избави их от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевной и телесной, и полезная душам нашим сотвори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси Христос всех. Спаси Христос всех. Это наши сестры. А, ну я специально подготовил, чтобы скоро последние разы. Вернее, не я, это тетя Марина, конечно. Вот специально оставляю, дальше может получиться так, что никого не будет. А сейчас вот видно, как убирается со стола, как дружно все. Так, это все, Марина, я только это, ингредиенты все. Говорят, зачем на память? Сегодня есть, завтра нету. Все свое, ворованное. Или не коробочку, а пакет. Знаете, бандероль, да? Бывают маленькие такие картонные ящички дают, коробки. Значит, смотри. Слушай, бери, дай, даю 2000. Кто а, нет, Сергею. Ну, я поведу. Остатки вернете. Я довезу, Сергей пойдет, понесет. Да, адрес, иди, прочитай мне. Про себя сначала, что непонятно спросишь. Вот эти 5 книг выписали. Сегодня надо отослать. Слова все понятные. У меня тут недавно один выписал, он сам в Англию, а едет латыш. Ну, на Ригу там или куда посылаю. Люди-то хорошие. Так, ну что, споем? Давайте. Жаждет правды народ, избавление ждет, в темноте и грехе погибая. Но великий Христос Карман. Весь благую принес, да. Он спасет мир от края до края. Но великий Христос. Это написал Владимир Филимонович Марцинковский, опять есть на Волге утес. Он спасет мир от края до края. Он болезнь исцелит, власть греха сокрушит, удалит все земные страдания. Солнце братское любви переплавит мечи, песни радости сменит рыданья. Подними, дорогая.
Это грязное? Все.